Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Сегодня восход и рассвет новой эры вашей жизни. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Сегодня руна Дагас символизирует восход вашей жизни. С этим знаком приходит возобновление энергии, как будто вы обрели новый запас сил. Приходит время для празднования успеха. Справедливая и заслуженная награда за вашу упорную работу теперь вас ожидает. Этот знак ознаменовывает значительные перевороты в судьбе и изменения восприятия мира. Она предвещает начало успешного периода или рассвета. Возможно, вас ждет значительная выгода. Бросьте ваши сомнения, потому что пришло ваше время для празднования. Перед вами открываются двери в новую жизнь, в эру новых идей, и вы на пороге духовного прозрения или даже просветления. Для искателей духовного пути этот знак обещает момент трансформации, значительный прогресс в стремлении к самосовершенствованию. Ее появление символизирует переломный момент или квантовый скачок в вашем внутреннем развитии, когда происходит глобальное изменение состояния буквально на 180 градусов. В жизни каждого бывают такие моменты, когда если правильно их уловить и воспользоваться, можно радикально изменить свое будущее. Поэтому идите вперед с полной верой в себя, даже если это потребует от вас рискованного шага в неизвестность. Этот знак обещает вам период значительных достижений и процветания. Трудности остались позади. Новый день наступил. Не бойтесь перемен, так как они придут к вам с благословением. Действуйте уверенно и с верой в свой успех, вне зависимости от обстоятельств окружающих вас. Не нужно держать эти трудности, ведь в большинстве случаев их значение и влияние на вашу жизнь преувеличены. И на протяжении всего дня для того, чтобы принять перемены, достаточно просто сказать такие слова. Вселенная мне во всем помогает. Яркие перемены в моей жизни наступают. Вот говорим столько раз, сколько вы чувствуете. И будьте уверены, что обязательно в вашей жизни будут яркие перемены.